А сегодня покажу простой и полезный рецепт спринг-роллов к новогоднему столу за 15 минут. Для этого вам понадобятся любые овощи и фрукты, которые у вас есть дома в наличии, вареная куриная грудка, яйца, соус и рисовая бумага. Нарезаем все мелкой соломкой. Та-дам! Ингредиенты все готовы. Нужно еще пожарить блинчики из яиц и потом тонко нарезать соломкой тоже. А теперь приступим к самому основному. Погружаем рисовую бумагу в горячую воду. 5 секунд. И выкладываем сюда нарезанные овощи и фрукты. Насколько хочет вкус. Вливаем соуса. Вкусу. И заворачиваем все это дело. Ролл готов, можно будет кушать. Очень вкусно, попробуйте.